потеряла. Ой, Зоник, знаешь, что? Все-таки, наверное, я хочу быть водителем. Водителем? Да, вот так. А кого ты? Ребята! Мы здесь водителями решили стать. Ну, ты стать хотел, а вот каким водителем? Вот людей возить или груз какой-то? Ну я, наверное, не знаю, ну чтобы руль крутить. Чтобы руль крутить? Да. Ну надо же быть еще водителем профессиональным. То есть, который людей возит или который груз? А, наверное, я бы хотел, наверное, быть водителем большой машины. Значит, грузовой. Да, грузовой. Да. А я вот, знаете, бы хотел, вот я сначала хотел быть поваром. Знаешь, кто такой повар? Это тот человек, который вкусно готовит еду. Ну вот не бабушка или мама, а вот повар, он готовит на много сразу людей, на 100 человек. У него такие вот большие-большие кастрюли, там суп или, например, каша, и он сразу на 100 человек готовит. А тогда я тогда вот, нет. Я хочу стать спасателем. Ух ты, да. Да, спасателем МЧС. Ух ты, а ты знаешь, вот как, например, они спасают? Вот что они спасают? Они людей спасают, да? Спасают людей, спасают животных, спасают технику. Они все спасают. Вот это они спасатели, да. Вот так. Вот это я хочу быть, наверное, спасателем. Вот. А я хочу быть... А ты что? А ты? Врачом хочу быть. Врачом? Да. Я буду вот лечить собачек, буду лечить людей, буду лечить. Ах так? Да. А я тогда хочу быть артистом. Вот это да, вот это серьезная профессия. А каким артистом? А, артистом? Да, вот артисты не разные бывают. Артистом цирка. Ух ты! Да! А я хочу быть артистом кино. Вот, артистом кино хочу быть. Сниматься в фильмах. Вот. А, да, ребята, вы знаете, чем отличается артист цирка от артиста кино? Да. Вот, например, он артист кино, Жорик, а я артист цирка. Да, ты Жорик. Артист, который работает в цирке только. Да, на манеже. На манеже, вот, да. Я буду заниматься там акробатикой. Акробатикой, да. Вот, смешить людей. Еще жонглировать. Жонглировать, да. Там, опором. А я буду учить роли и сниматься в фильмах. Там играть, например, мальчиков или дядек таких вот серьезных. А ты знаешь, что, Зорик? Да. Я тут подумал, что все профессии хороши. Да, все хороши. Ребята, правда? Правда? Все профессии хороши. Да. Самое главное, понять в детстве, кем ты хочешь быть. Да, и вот. Самое главное, это любить свое дело. Только я еще не понял, кем я хочу быть. Может, я хочу тоже. Быть милиционером? Я тоже, вот не знаю, может, я хочу быть тоже спасателем. А давай так, Зорик. Ребят, давайте посмотрим мультфильм. Да. А потом решим, кем а потом будем быть. Давай, посмотрим. Давай. Так, игрушечки забирай твои. Да, пластинки давай так. Забирай. Поставим. Давай. Ложиться спать! Да. Каркуша! Каркуша, ты будешь! А ты будешь ты... этим! Летчиком! Летчиком! Да. Будешь этим!